Оригинальный интерьер из экологичных материалов и традиционная северная кухня в европейской окантовке. Накануне в Нарьян-Маре состоялось торжественное открытие рестобара «Кочевник». Ребрендинг ресторана был проведен с помощью регионального центра развития бизнеса в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Все подробности прямо сейчас. Приятные хлопоты и финальные штрихи перед тем, как обновленный интерьер представит гостям рестобара «Кочевник». Бренд-шеф Наталья Космачева готовит авторский ужин по случаю открытия. В меню – блюда из местных продуктов – рыбы, мяса и ягод, но оформленные по-особенному. Конечно же, меню будет делаться уклон именно на северную кухню, на вашу национальную кухню, но очень хочется именно сейчас уйти немножко вот этот вот красивый европейский формат. Да? То есть ничего прям что-то такого необычного мы готовить не будем. Мы сами коптим сига, мы сами запекаем, фаршируем этого же сига. Да? То есть мы немного переделали, то есть у вас вот струганина, да? Лосось, вот эта скоросолка ваша, да? То есть мы из этой же скоросолки сделали очень интересные холодные закуски с добавлением мягкого сыра, маслины пудры. Мы сейчас очень много используем таких вот, добавляем масло грецкого ореха, трюфельная пудра, фисташковая крошка. Северные блюда в европейской окантовке и уникальный интерьер. Практически весь декор выполнен из экологически чистых материалов – дерева и металла. А в стиле прослеживается сдержанный северный минимализм. Рыболовные сети, лыжи и, конечно, северные олени. Да, да, птички наши, мастер нарьян-марский, бревна тоже Кокурин делал, Евгений, крышу мы привезли, все руками, ну такого нигде нет. Обсуждали каждую деталь, которая здесь, мы старались все зонировать, да, чтобы было интересно, гости выбрали для себя любимый столик, да, вот. Но самое интересное началось потом, когда вот это мы стали все, когда нарисовали, картинка есть, и мы столкнулись, что кто, где, как это все делать. И получилось так, что тут все очень много сделано руками. Обновленный рестобар – атмосферный уголок в центре Нарьян-Мара, который позволит туристам прочувствовать всю романтику севера. На создание интерьера ушло 55 дней. На полный же ребрендинг ресторана потратили около полугода. Идею Оксаны Курленко поддержали в Центре развития бизнеса. Первый проект у нас был фрегат «Пустозерский». То есть мы ребрендинг проводили именно по фрегату, пустозерскую историю, пустозерская кухня, пустозерские наряды. То есть как бы им поняли, что как бы вот как раз такие проекты и работают. И вот следующим этапом у нас пошло ребрендинг «Заполярной столицы». При поддержке Центра развития бизнеса мы провели аудит существующего ресторана, нашей территории, наших потребностей, потребностей въезжающих туристов. Далее провели работы по самому ребрендингу, включая цвета, логотипы, варианты сувенирной продукции и непосредственно, конечно, разработка меню. Теперь рестобар «Кочевник» будет привлекать еще больше жителей и гостей Нарьян-Мара своей аутентичностью и изысканной северной кухней. Первые посетители остались в восторге. Ну что я могу сказать? Вау! Только одно вау. Да, на самом деле очень изысканно. Я не могу сказать, что это вот прямо шикарно. Очень сдержанно. В наших северных, как бы сказать, мотивах. И мне очень-очень нравится. Сложно вот сразу сказать, но я говорю, восхищен. Вот прекрасно, вот ярко, светло. Интерьер действительно обновленный, он очень свежий, необычный для нашего города. Попадаешь как будто бы в какой-то другой город, заведение. И все так красиво, я еще не осмотрелась, но вижу, что это все такое свеженькое, все такие гостеприимные, добродушные, сервировка отличная. Стоит отметить, что рестобар «Кочевник» – это большой гастрономический проект Ненецкого округа в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной инициативы при содействии администрации Ненецкого округа и Минэкономразвития России. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».